В августе россияне взяли на 20% больше кредитов, чем в июле, пишет RC. Больше всего занимали денег у банков на ремонты и подготовку детей к школе. Активнее всего за оформлением таких кредитов обращались в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Омске и Красноярске. Самые популярные суммы – 100, 300 и 500 тысяч рублей. Команда педагогов Новоуренгойской третьей школы победила во всероссийском чемпионате среди наставников по подводной робототехнике, который прошел во Владивостоке. Сборную возглавил Дмитрий Иванов. Молодой специалист приехал в газовую столицу из Кемеровской области и получил грант главы региона. Каждый четвертый родитель высказался за то, чтобы его ребенок попробовал выучить китайский язык в школе, пишет аналитический центр NAFI. Самым популярным языком по-прежнему остается английский. О необходимости его изучения заявили 80% опрошенных. Четверть респондентов предложила сделать обязательным изучение французского, а 20% – немецкого. Авторы исследования считают, что популярность китайского языка в ближайшие годы вырастет в сегменте как детских, так и взрослых языковых курсов. НАСА опубликовала детализированные снимки Юпитера с телескопа Джеймс Уэбб. На них можно рассмотреть завораживающие полярные сияния, которые в 1000 раз сильнее земных. Также на двух изображениях видны тусклые кольца планеты-гиганта. Еще телескоп запечатлел два небольших спутника Юпитера – Амальтею и Адрастею. Кроме того, на фотографии можно увидеть фоновые галактики.